Стали известны случаи, когда чиновники разъезжали на машинах с госномерами в нерабочее время. Автомобилями некоторые пользовались в личных целях. При этом Вениамин Кондратьев напомнил, что все расходы на бензин и обслуживание оплачивались за счет бюджета. Это касается и коллег глав муниципальных образований, коллеги всех здесь сидящих за столом, и меня лично. Всех нас касается. Служебный автотранспорт только для выполнения служебных обязанностей. И ни под какие иные цели он использоваться не может. Вот прошу здесь понимания, и еще раз подчеркиваю, что будет жесткая ответственность. Управделами администрации края Евгению Щепановскому губернатор поручил провести тотальную проверку служебного транспорта и доложить обо всех нарушениях.